Привет. Во, привет. Так, Рафтик на ваших экранах. Рафик на ваших экранах. Рафик, что мы тут делаем? Нам нужно еще вроде изолента, да, чтобы как бы дальше двигаться по сюжету. Две изоленты, понятно. Нам нужно... Вот тебе раз изолента. Я же говорю... Ты чё? Эй, включайся! У меня от этого все время был монитор отключен, если что. Ну, неплохо, неплохо, но... Классно. Отлично влетели. Так, о, монетка. Монеточка, ну... Я просто вспоминаю, что мы вообще тут делаем. Это город. Мы тут должны влезть вроде на башню, да? О, что-то столько тут монеточек. Монеточка, видимо, сюда с гастролями приезжала, да? Походу, ну. Она оставляла своих детишек. Офигенные шутки. Так, это что такое? Кто замуровал? Да нихера себе у вас монеточек-то. Это был любимый дом монеточки, короче. Ящик. Посылку какую-то мне еще оставила. Ну-ка. Плак. Ну, понятно, да. Можешь спасать сходить, не? Не хочешь? Только в озеро ходить. Только хожу только в море, как бы. Все остальное меня не интересует. Воу! Класс, все, нашел. Записок нет? Это просто, да, вот? Кофе стояло. Ты тут какой-то писатель дожил. Ни хера не писал, только баночки бухал. Пивасик, наверное, да, хлестал. Тут можно дальше вот пройти, пройдем. Ищем монеточки. А? Ну, они всегда на видном месте лежат, они так вот на пол по полкам не прячутся от нас. Это разбитое зеркало, типа, а чё мы не отражаемся-то, почему? Оно жестко разбито. Зеркало, которое не хотело, чтобы в нем отражались. Ладно. О, нихера себе. Точно, я же говорю, тут реально тусовалась монеточка. Сколько? Мне там на какую-то шмотку тоже 5 штучек? У меня 4 штучки. Блин, еще бы одну найти. Обидно будет, да? Если не найдем. Ой, я не буду вас брать. А че, зачем сюда пришел? А? Эй. Зачем я тут? Реально ради этого? А если в эту сторону пойти, то что будет? Да нихера себе, прямо ничего. Видели, да? Видели, сколько ничего там было? Вау! Ну пойдет. Так, поцарапал ножки. Здорово! Да ты, да, я помню, да, ты такой. Из этих ты ж достанешь. Так, надо пить. Нет, ну давайте хоть просто покушаем. Да? Кокос есть, ничего себе. Кокоса подожрем, ну. Так, вот сюда можно дальше сходить? Не, нельзя. А чё так? Ну, хоть сытым буду. Почему нельзя-то? Я хочу. И сюда нельзя. Тут мы были. А тут можно вот так вот, вот так вот, вот так вот. Да шифтом это надо делать-то. Почему я вечно шифт отпускаю? Поэтому, кстати, падаю отовсюду. О, а, и нахер. Вау. Что-то можно по краешку как-то пройти, да, типа, и куда-то попасть. Ну, попасть-то куда-то можно, но зачем только это сделать? А вообще, в целом... Тут можно, да, по-любому. Зачем? Да надо как бы. Сюда монеточка, видимо, не заходила, да, по всей видимости? И ничего тут не скинула. Я понял. Это монеточка накакала. Монеточка какает явно монеточками, да? Накакала нам монеточками, ну. А мы, короче, радостные их подбираем. Неплохо. Так, ну, видимо, все, да? Ну, тут еще вон здание какое-то. Нет, подождите. Это... А, нет, в этом здании мы не были. Мы были вот в этих зданиях, а вот в этом не были.
И вот в этом не были, в девятом, да? Что он там делает? Да, видите, да, не были мы тут. Да, вот сюда сходим. Ого, ого, 11 и 13. Ничего себе, да? То есть тут кто-то спиздил кнопку 8. Кто-то все-таки как бы любит эти кнопки. Просто он один. Все остальные все кнопки любят. А он только кнопку 8 любил. Так, клейкую ленту. На, сразу насобирать. Может, там еще придется понадобиться. То может быть. Я ж не знаю, что дальше. Я открою там опять электричество. И нужно по новой собирать эти клейкие ленты. А дайте эту-то монеточку. Красивый, кстати, вид у вас тут. Что я вам скажу. А кто вам все это всрал-то? А, генерал, точно, да. Он пришел и вам все всрал, да-да-да. О, спасибо. О, какую-то шмотку куплю. Овощной супец, нихера себе. Арбуз, 3 штуки. Пойдет. Это все, да? Все кончилось? А тут что у вас? Да давай, доедай уже. Арбузы-то. Еще спальня. Нихера, да, вот эта квартирка-то. Отличная, многокомнатная. Это. А тут ничего нету? То есть. А зачем эта спальня существует? По-любому что-то есть, я просто не вижу. Эй! Эй! Под кроватью? Не прячься от меня. Я хороший. Нету. Ну, короче, существует эта комната. Нихера у вас тут комнат. Ну, не прикольно, да, то, что одна комната входит в другую комнату, как бы. Я люблю, когда все отдельно. Ну, и только комната с кухней соединена большая, да, типа зал. Вот это да. А так вот то, что все в одно, вот, понакидано, как-то из одной комнаты идешь в другую. Опачки. Да, пластик брать не буду. Пластика у меня много. Что-то открыть нужно? А, да, можно было. Что там есть, ничего нет. Вот так вот, да? Оп, вот зал, да, вот сюда комната, вон вторая комната. У каждого свой сортир должен быть. Что, нету, да? Ну вот. О, это... Подождите, это что? Это поцелуй? Это ведь поцелуй, да? Я правильно понимаю? Или вот это что-то, вот это вот что-то, да, вот это вот серая такая вот, засосала нос. Да? Смотрите, всосала его в себя. У этого аж один глаз упал. Хера себе, ты что с моим носом делаешь? Она сосет ему нос. Вон оно что. Это порнуха получается. Тут сосут носы. Да, говорит, пососу твой нос. Жестко. Так. А. А, да это однокомнатная квартира с залом. То есть, как это называется? Евро-двушка, да? Типа, да-да-да, евро-двушка это называется. Ну да, понятно. Так, та квартира была пожестче, конечно, споров нет. А что тут? Хоть одна-то монеточка была? Или в эту квартиру монеточка решила не заходить? Ну да, что я в евро-двушке-то делать? Ты как-то бедненько, но... А, там нормальные места-то посещала. Евро-двушка, блин. И говорит, вообще сам ты знаешь, что говоришь, ты приглашаешь меня в евро-двушку. И ты еще пригласи меня в евро-одинушку. Во, тут тоже, да? В этом доме вообще носы любят сосать, я понял. Сосоносы. Это, а, открыть можно. Тоже. И тебя, да? Ой, нихера нету. Вообще какие-то бедные, да, квартирки? А нет, что-то есть. Стрела. Вау. О, тоже, да. А, это типа гостиница. А это что? Это кухня такая? Ну, типа со столовой. Коридор. Ну, понятно, как она выглядит. Ну, я бы не сказал, что мне нравится такой стиль. Не одобряю. Не одобряю вообще. Мыло-то возьми. Ой, там. А, это на дверь я навел. Думал, возьмет сейчас мыло, нихера себе. Ну, все, походу, все кончилось. Что было, все кончилось. А, ну изоленту, да. Вот, сюда можно дальше будет пройти, сейчас пройдем. Монеточку-то дадите потрогать.
Даст ли монеточка потрогать свою монеточку? Так, там у нас что? Кондишн. По кондишнам можно выше забраться, понятно. И куда-то переехать, да? А если туда прыгнуть, то что там? Да там ровным счетом нихера. Так, шифтом. Ага. Ой. Может сразу сюда? Можно. Давайте просто глянем, что там. Интересно. Там где-то можно какой. Да ты прикалываешься, что ли? Дура вообще, а? Конченая, блин. Надо будет это себе сделать, какую-то мачете, а то я ж пойду, да, в эту башню, а там на каждом этаже по 10 крыс. Да ты давай. Теперь найдешь кусок, куда воткнуть свой палец. Глаз. Кусок мяса вырвал. Во, да, можно подъехать. Да, сейчас подъедем. Ча, пожите, подъедем, но. Ничего тут не лежит. Для нас не положили. Да от кого? Чего? Во, поехали. Пойдет, ладно. Ну ладно, возьму один пластик, то уж возьму. Это брать не. Оу. Здрасте. Забор покрасьте. Я там еще глянем сейчас с той стороны, да? И обшарим эту комнату. И что с этой стороны? Ну как много ничего. Ну очень много ничего, это хорошо. Когда много, это хорошо. Эти вот супер шутки, ну. Ого, тут изоленты пойдет. Ну я уже все, мне кажется, изоленты запасся. Ну еще на следующую сразу это игру. Могу во все игры теперь играть, изоленты у меня много, но тут так какой-то офис, да? Или нет? Оп, монеточка. О, да, это офис какой-то однозначно. Компы у них тут. Комп-то возьми. Будешь Counter-Strike рубиться на плоту. Там что такое? Ой, там ящик. Хлама взял. Нифига. А как? Не, надо по-любому сходить мачете сделать. А то мне как бы это... Я, мне кажется, не пройду. Без ейной силы. Нихера тут помещение. О, лифт. А это какой этаж? О, вот так вот даже, да? Ленты-то сколько? Кто тут у вас? У вас не такой уж красивый вид, конечно. Ты ком-то реально возьми. А вот сюда мы приехали, да? Ага. Зря не берешь, как бы пригодился бы, я тебе говорю. Counter-Strike рубиться там, вот это вот. Это что? А, ну это сортирчик. Не, ничего там не прячете? Оп. Ног ничьих нету. Никто не прячется от меня. Ага. Ага. Отсюда мы пришли такие, да, да. Мне показалось, человек вышел. О, галлюцинация была. Жестко. Кокоса же съел перед этим, но. Надо поаккуратнее с кокосом-то быть в следующий раз. Может, меня крыса укусила? Да дайте монеточек-то, вы чё? Я бы там, и вот, и там же это, две шмотки каких-то. Я бы обе шмотки забрал. Вот. Возьми-ка лучше клейка ленты. Возьму, чё, раздаете. Вот на этом спасибо, конечно. И чё? И? А, ага, понял. Понято, ну. Во, и этот сундук, да. Стекло, он у железной слитки. Это ну все, у меня все есть. Осталось. Вот интересно, я умру? Нет, вот просто интересно. По-любому нет же, да? А, ну так, ножки, да, поцарапал. Надо все открыть. Вдруг кто-то будет проплывать, чтобы у него была эта возможность не как мне вот залезать. А просто раз, да, аккуратненько.
и взобрался. Надо, да, мачете по-любому, ну и скинуть вот это вот. Ой, это что, блин? Это что было, да? И... Ага, не, надо сейчас сходить к башне, во, купить. Во-во-во, точно. Вот тут-то, да, я... Да-да, вот тут я живу. Вот именно в этом здании, да. Давай ты не будешь на меня нападать, а я не буду тебя убивать. Как тебе такой план? Не понравился ему. И мне кажется, вообще отличный был план. Так. Рюкзак мы взяли. Два рюкзака нельзя. По-любому нельзя. Ну, это 100%. Это что такое? Я не понимаю просто. Ботинки бы я взял. А вот это что такое? Как приблизить, а? Ну, это шмотка какая-то явно. Ну, тогда возьмем ее, да? 4 стоит. Ага. Маффан. Ну, маффан клево, ну. Это круто, конечно, но зачем маффин? Давайте возьмем вот это. И у меня останется две, да? Что это такое? Кожаный доспех на плечи. Понятно. Отлично. Ну-ка. Б. Нет. Б вот это. Э. У тебя нет кожаного браслета это на плечах. Браслета, блядь. Вообще никакого браслета нет. Мэр. Мэр, эй. Ладно, тут что есть? За два. У меня же два, да? Три. И 9 лент, и нихера себе. А что так светит странно? Ну это все жратва. Это рецепты, интересно? Да ну нахер покупать жратву. Это травка, а это что? Это картины. Ну, ладно, вдруг где-то еще найду одну монетку и как бы и куплю себе еще ботинки. А, ну да, оно типа ломается. Да иди нахер, бля. Да ты это, где ты там? Ты нихера быстрый, я побежал. Встретимся на том свете, ну. И ты, кстати, там быстрее окажешься, будешь так людям приставать. Сейчас акула приплывет мне покусать мой плод. Так. Что мне нужно для мачете? Мачете здесь. Вот ты. О, хрена себе, все есть. Пойдет. Так, сюда мы скинем вот это, вот это, вот это, вот это. Я же говорил, где ты там? Давай, давай, кусай меня всю. Ага. А, сберу. Так, сюда можно скинуть деревяхи, не все. Что еще можно скинуть сюда? Ой, там стекло скидывать. Взрывчатый порошок тоже пойдет туда. Кожа пойдет, да. Так, сейчас вот это вот сделаем. Ага. Пока мы тут менеджментом занимаемся. Так, стрелы и все остальное тоже нужно скинуть. Вот сюда я, да, вот это скидываю? Да, 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 точно. Лук у меня есть целый? Откуда? Я типа нашел, что ли? Копье даже есть. Террасия. Не буду это все брать, но круто. Вот это возьму, конечно. Не. Да, вот так. Так. Ты у нас вот сюда пойдешь. Ага. Ты будешь съедена. Ты тоже. Что там еще есть? Кокос тоже, наверное, съедим, да? Чё бы нет, ну еще кокоса, ну. И вот это похаваем. Ни хера там. А, я просто его ем, мне не прибавляется. Ну ладно. Ну просто зато мясо обожрался. Давно не ел, короче. Так, медь сюда. Эй. Дерево нужно. Сюда, да. Хлам. Листики заберем. Железную руду. А, ничего, говорит, брать не буду. Ну давайте вот это вот.
Вот это скинем в тот ящик, а сюда просто накидаем вот этой всей херни. У меня два таких теперь. Ну пусть будет. Сюда, вот сюда. Сюда, вот сюда, вот сюда. И вот сюда. Все верно. Все, мачете есть, сейчас пить сделаем. Угу. Так. Эй, мяса нет, сюда надо скидывать. Что, нет места, что ли? Вот туда давайте весло, удочку. Вот это все туда скинем. Так, мясо сюда. Да, угу. Вот это. Все, погнали. Теперь-то мы можем. А что можем? А можем, короче, да. А может там как-то пройти? Вон через ту штуку. О, нежный кусь. Нежный попный кусь, ну. Да нет, через сюда долго вообще надо через верх идти, конечно. А выпить надо, кстати. И закусить. Не, закусывать нечем. А я суп съел, да. Так, вот тебя. Угу. Почему не работают эти, да? Гольфкары. Я бы сейчас на гольфкаре доехал по бырику. Взяли, все сломали. Вандалы. Да по-любому работает, просто он не умеет управлять ими. Боится. Знаете, за руль сидится. Типа там вот эта отговорка: машины не созданы для меня. Я же вообще не создан для них. Я не умею управлять. Зря ты так. Сейчас бы погоняли бы на гольфкаре. С собой бы на плот его загнали бы. Теперь на каждом острове у нас был бы гольфкар. А так вообще грустно все и скучно. Нам нужно куда-то туда. И да. И вот жестить вот с этой штукой не стоит. Она убивает, оказывается. В прошлый раз она чуть нас не убила. Давай. Так, это там, да? А, там мы починили, да? Это она ж не блестит, не блестит. Значит, где-то здесь. Во, вижу. Возьмем, конечно. Ягодок-то похавать, да? Все, что ли? Нифига себе, неужели? Да давай. Ни хера у них тут, да, оранжереи-то. Параши. Что это сейчас было? Что за магия? Пластик утонул в воде, вы видели, да? Наверное, полностью был водой переполнен. А может, чем и получше. Все, да, я... О, чертеж. Что такое? Кубаретка, да? Я правильно понимаю? А я типа не тону, по воде бегаю. Видимо, да. Возьми с собой. Земля туда какие-то, вон, блин, удобрения. Мне, говорит, мне ничего не надо. Ну, вон хоть. Что это? Электрический опреснитель. А, ну это если я буду сажать там вот это все. Элеватор и куда-то выход. Тут не открыть. Там элеватор, а тут что? Выход. И там элеватор. А куда выход-то? Ну-ка. А, вот эта дверь. Да ведь? Ага. Точняк. Да. Это самая первая дверь, которая нам не открылась. И теперь она открылась. Возьми ключ, пригодится. Ничего не возьму. Вот это мы, да, куда-то поедем сейчас, куда нам нужно. Видимо, в башню. Тараканы какие-то странные. Двудешные тараканы. Это нам все... А пластик тоже не нужен нам. Ну да. Поехали. Ну, сейчас глянем на двудешных тараканов, да, вот это вот. Видали, да, такое когда-нибудь? Или они типа... ползают с другой стороны пола, да, как я... Непонятно. Оу. А, есть ноль? Это типа я смогу дверь в башню открыть, а потом на восьмой поеду, да? Верно? Тут я зайти не мог, да, такой, я такой... Опа!
А, это вообще... А, это то здание, с которого я смогу в башню проехать. Точно. Понял, да. Я вспомнил вообще. Я забыл просто, как это все было. Да. Пип-пип. И мне нужно... Тут офисы? Тут что у вас? Шарики? А вы... Что с этими шариками не так? Почему они такие странные? И почему они просто висят на одном месте? Так, отсюда я съеду, наверное, да? Где башня-то? С другой стороны. О-о-о. Ладно, сначала прочешем номер. Опа-на. Опа-нсон, да? Нет, не пройдешь. О-о-о. Нихера, так я у них там все скуплю вообще. Тут все, да? Этими коинами расплачивались. Детишками мы... Это уже перебор, да. Как какашками монеточки, вот это да. Что есть-то? Давайте уже выкладывайте все. Долгий город, да? Мы сколько его? 3 почти серии, да, прочесываем? Нихера себе, реально. Очень долгий город. Прям вот. Да хорош прочесывай. Все, что тут лежит, оно лежит на поверхности. Все остальное... Оно не интересно тебе, у тебя этого говна. Тут у кого-то день рождения. Это у тебя день рождения? Пират и злой какой, судя. Ну, конечно, я тоже не люблю день рождения. Че любить-то их? Ты становишься на год старше. Все как бы верно, я понимаю тебя. Ну, бить-то других не надо. О, клубнички похаваю. Че, бильярдик, да? Так, опа, загнать. Да где же ты, я? Клубника, моя прелесть. Так, отсюда мы пришли. Вот сюда нам, да? И вот сюда наверх подниматься. Да, и вот туда, наверное. Ну, сейчас мы тут посмотрим, что тут у них еще есть. Что у вас еще есть? Ни хера нету. Где? Вылезай. Я знаю, ты сейчас выпрыгнешь откуда-нибудь. И вылезает, если будешь выпрыгивать, выпрыгивай с монеточкой в зубах, чтобы я тебя убил и монеточку получил. А, ну, ТБшка. ТБшки-то возьми, ты чё? Реально? Я не могу ТБшкой жопу выпирать, только лопухами. Это не пальмовыми... Фу, блин. Пальмовыми... Пальмом... Короче, листьями. Не могу выговорить слово «пальма». Почему бы и нет, да? Сложное слово для выговаривания. Так. А, вон туда мне надо? А как? Вон оттуда как-то... Ага. Ну, сейчас, наверное, как-то отгадаем, как, не знаю. Как сюда не попасть? А, ну, типа, отсюда мы сюда воткнемся, да, там как-то проедем выше, так что ли, получается? Получается. Ну или нихера не получается, я какой-то херней занимаюсь. У-у-у. Крыса. Привет. А тебя ты что звать такая? Тебя на день рождения не пригласили? О, видали как ее? Скиллуха, да. Да. Годы, проведенные в Скайриме, не прошли даром. Годы. Кстати, я там всегда за магов играл. Так, о, понятно, ща мы тут, оу, на каждом этаже, тут на каждом этаже монеточки лежат? Да, тут нет ни одной вообще. Зато, о, есть, обманул сам себя. Ну, пойдемте дальше. Так, что там было? А, именно тут, да, и поднимаешься. Че у вас тут, монеточка? Садите. Не, никто не оставил на столе. Вот. Хороший человек. Чаевые оставил, наверное, мне. Кому еще-то? Тут нет никого больше. По-любому мне, ну. Еще выше. Ну, давайте тут тоже посмотрим. Тут кто-нибудь? О, тоже, да, чаевые мне оставили? Спасибо. О, кто-то оставил свой чемодан. А че? Я думал, полный денег. А вот хлама. Полный хлама. Железо таскал, да, в чемодане? Чтобы, ну, хочу потаскать железо.
Бегает, наверное, ну, качался. Тут нет у вас ничего? Ну, ничего. Жалко. Вот тут мы, короче... Во, да, вижу, сейчас. Тут посмотрим, кто-то, может, оставил монетку. Для нашего брата-то. Нет? Ну, это самый такой бомжарский этаж оказался. Вообще ничего нету. Кроме вот этого. Я, прикиньте, упаду. Ей. Ну, наконец-то. Я думаю, что это последнее, да? Что будет? Только сейчас будет ночь, и не будет нихера видно, да? Ну, как бы... Надеюсь, это уже конец. Сколько можно этого? Я хочу уже дальше плыть. Я уже... Это игра про море, про плыть. Чё? И... Не понял. А, все нормас, да? Это что-то херня как... Да нихера не нормас, блин. Что за управление у тебя? Почему ты упал? А мне нравится падать. А тебе что, нет, что ли? Во. Или нет, все нормально. Думаю, что что-то медленно ходит, там не может ничего сделать. Мне просто любит падать. Так, ну да, заходим. Ну, пластик мы брать не будем. Дерево тоже, хлам тоже. Это нуль... А, он на нулевом, все понял. Так, тут первый, второй. Мы сейчас на каком? Мы на первом, да, сейчас? Да. Мы на первом. Нам на второй, наверное. А на нулевом это выход. Двухэтажная башня. Я сейчас смотрю, да, и понимаю, что я не знаю, что там нужно. О, записка есть. Ну-ка. Где? Т. Чего? Ну окей. Ножницы. Таганрол Проджект. И что это все значит-то? Это где находится, что ли? Непонятно, короче. Большое хранилище. А, ну это хорошая штука. Официально заявляю. И что? Ага. А. Не понял. Ну ладно. Может, просто код был 5? И я отгадал? Как вам такой вариант? Ага. Вот лесенка, да? Должна опуститься, наверное. Каким-то образом. Ой, мы уже над куполом, да? Нифига себе. Может, где-то под куполом что-то можно пройти там? Не знаю. Думаете, это как-то связано с этой запиской? Давайте посмотрим лучше. Это может быть ноль, да? Типа... Четыре, допустим, да? Ну, это стри... Это... Ну, это парикмахерская, я понял, да. Ну, то есть, типа, ты там... А какие-то цифры, типа, ты там найдешь, что ли, да? Будешь там бегать или что? Вот это вот я первое не понимаю. Это где? Ну давайте сходим до парикмахерской. Блять, ну конечно же ночь будет. И там мы все поймем, как бы, да? И понабираем какой-то код, и, наверное, спускается та лесенка. Видимо, так это будет все работать. Я подозреваю, что... Ножовка, что ли? А что ножовку-то не возьмешь? Не нужна.
Хотя, возможно, лучший вариант вообще найти код в интернете. Ну ладно, не будем так жестить-то уж. Сами поразгадываем. Это же типа игра. О. Да не надо нам, мы почитаем лучше. Где? Вот это? Ага. Запись разговора. Нет, сэр, враждебно они себя не ведут. Да, по-прежнему просто все скандируют. Неразборчивый ответ. Охранник. Да, сэр, я вооружен, но если позволите, можно попробовать водяными пушками, если неразборчивый приказ. Да, сэр, нет, сэр. Радиопомехи, тихо, голос охранника дрожит. Тули сказала стрелять. Но не на поражение. А почему дрожащим тогда? Типа убить всех, что ли, блин? Ну, постреляешь поверх голов. Еще можешь тра-та-та покричать. Тра-та-та-та-та-та-та. Вот это вот, да? Что там такое? Ничего? Ну, ничего нет, по-любому. Ну вот. Сколько у меня монет? Ну-ка. 9, нихера себе. Я могу себе купить мафон. Нахер мне мафон? Не знаю. А вот ботинки бы пригодились. По-любому. Во. Т. Не, не Т. Б, во. А ботинки-то ты хоть одел? Да даже ботинки не одел. Ну ты вообще, конечно. Так, где вспомнить... Был этот парикмахер. Я понял. Это тот дом, в котором находится парикмахерская циферка, да? Я помню, что он где-то вот здесь вроде. Да не бегай ты за мной, я прошу тебя. Вот она, да, парикмахерская? А нет, это вот, да, три. Блин, надо этот. Это ручечку, да? Ручечка, вот, и бумажка. Кругляшочек. Это три. Угу. Да. Окей, тут нет названия улиц, конечно. И как мне определить? Мне просто бегать и просто искать, что ли? Вы реально? Founders что-то там. О, я сюда не заходил, реально. Давайте зайдем. Так, а зачем? Мне надо поиск... Зажало просто, да? Я был тут по-любому на 14 этаже, видите, да? Или что? Или как? Так. Во, барбершоп, вижу, да. 4. Ты ж меня не достанешь? Блять, достает мразь. 4 ножницы, это 4. Ага. Че у нас там еще-то? Да отстань ты. Вот сюда, да? Нет, вот сюда. Нет. Там и конь. Вот, да. Ножницы 4. Так, это у нас, ну, бургер, наверное. А вот это вот я не понимаю, что такое. Трангуил СТ. Что это такое? Трангуил. Стрит, да, СТ. Ну, стрит это, наверное, СТ, да. Ну, только вот это что такое нарисовано? Что-то для погружения, наверное, да? Это какой-то маску. Шлем для погружения, нет? Давайте смотреть на все магазины. Иди нахер. Вас, оказывается, тут много. Во. Так это тоже, да? Барбер. Но только это показывает, что он не здесь, да? Блядь, трешка написана. Ну да, это скорее реклама. А, во, бургер, да? Это реклама или реально бургер? Ну да, это реально бургерная, да? 8. Да, блин, че ж не запрыгнул-то? Ты это зря не запрыгнул-то. Бургер. 8. И вот вторая странная херь. Я так и не понял, что это.
Ну что это такое может быть? Очки? Ну давайте на все смотреть. Все, что блестит, пока день. Вон, смотрите, да, что-то там? Вон, блестит, допустим. Явно это что-то. А, ну да, это Барбершоп 4, да. Аркад какой-то там. Аркады. Аркадная вещь. Это бургеры. Может, где еще может быть что? Давайте с этой стороны прибежим. Блин, опять целая серия, да, будет? Я ж думал, закончу сейчас. А нет, нахер. Еще буду тут ковыряться и ковыряться, да? Вон, наверное, да? Ну, я не вижу, кроме барбера, тут никаких больше... Вон, что за плакат? Что за Томми Текседос, блин? Что за бренд такой? Шитап там, да, наверное? Или... О, вы достали, вот шуп... Блять, вас нахрен разорвало, мрази маленькие, а? Роботизированные мрази. Так, это мы тут были, да. Тут-то у нас круги, да. Может, вот это есть секьюрити? Пятерочка, да, допустим. Тут других больше нету. Вещей. Сейчас туда сходим, а тут... Ну да, тут пятерочка. Блять. Вы хуже этих. Летун... Во... Не понял. Это единичка. Ну. Базар стрит. Так единичка или нет? Ну или единичка. Тогда может четверка это вот это как раз таки? Че нихера непонятно. Тут улицы не подписаны. Как понять-то? Может где-то тут на знаках улицы подписаны? Нету тут нихера. А вот есть, точно. Базар стрит, да. Это она. Понял теперь. Все. Этот мы нашли уже, да. Это Экстрио Лан. Ну, наверное, тоже нашли, да, это оно. А вот это Транквил Стрит. Базар Стрит, Базар Стрит, Ротари. Ротари Роуд, наверное, да? Будем искать. Сейчас найдем что-то. Нам что-то какой-то Транквилы нужны. Там, где продавались в большом количестве транквилы, да. И там мы найдем то, что нам нужно. Где знаки у вас? Во! Это main, это memory. Memory, блин. Вот, Extreme One. Это да, мы нашли его, да, да, да. Так, тут вам же дальше ничего нету. Как они достали? Такие же, да, пиявки? Вообще жуть просто. Так, это... Вот, что это за улица? Да, это она. Вот это, короче, кафешка. Мы все правильно нашли. Значит, тут единичка по-любому будет тогда. Так, вот. Вот. Транквил, вот это... Это вот эта херня, походу, да? Вот это вот. Это реклама барбершопа. А вот тут-то аркад какая-то. Четыре. А, ну да, она же даже похожа, точно. Она и есть 4, да, все, блин. 4, 8, 1, 3. Жесть просто. Да, 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 я просто неправильно посмотрел. Неправильно. Там специально видели, да, это рекламу барбершопа сверху наклеили, да, типа, и думаю, что лохи по-любому схавают. И я же схавал, да, получается лох, что ли? Сука. Обидно вот сейчас было. Так, что тут еще-то можно купить? У меня есть 5, да, монеточек? Мачету можно взять или вот эту вот еду всякую. Обожраться ей, да, разной едой. О, вот это я бы, кстати, взял. Ты мне еще бутылку, да, дадут?
Точняк, две пластиковых бутылки. А я две их возьму. Бинокль потом сделаю еще себе. Че бы нет, да? У меня же больше нет. А, да и же есть, насрать. Все. Берем только полезное. От жизни берем только полезное, ну. Так, как удалять-то? Ошибка. 4, 8, 4, 4, 8, 1, 3. 4, 8, 1, 3. Успех! Чё? Ого! А! Ну, вопочте! Вообще! Вообще, говорю, почти, да? Догадка оказалась верна. Мы были где-то близко, да, к ответу, что произойдет. Ну, как бы лесенкой думали, спустились, но мы не думали, что вся башня как бы слетит. Ну, почти, я же говорю. Просто нахрен. И где ты, интересно? Она с той стороны, да, получается? Да, если лифт тут, да, мы также приезжаем. Нет, с этой стороны, да, значит, вон там где-то она, эта башня. Угу. Там интересно, будет кто-то в живых? Будет там напарник мой новый? Сидит там, да, что-нибудь? А тут такой бац, сальтуха ему прилетела. Не, не с этой стороны. А мы сейчас, короче... Вот, да, мы просто на плот сядем и будем плыть по кругу. Опять эта мерзотность там ходит, блин. Госпожа мерзот. Да, да почему так-то? А, потому что... Ctrl, Shift, Tab, что ли, типа это? Понятно. Не знал. Я знал, где на джойстике это есть кнопка. Не знал, что она еще на клавиатуре сочетание есть. А теперь знаю. Ну, а где? Какого, блядь? И привет, пока. Не успела, не успела. Так, вот это поднять. Так, ага. Подожди. Тут у нас, ага, повернуть надо. Вот сюда, вот так вот. Вот так вот, да, все верно. Да, нужен рычажок все-таки управления. Потом сделать титановую руду. Мы так, кстати, тут ее и не нашли. Где она, интересно, есть-то? Где-то есть, по всей видимости. Ага. Ой-ой-ой. Где? Эй! Ты куда улетела-то? Голова. Может, мне нужно было бежать по этой штуке и туда прыгать за ней? А она все, пока я не успел, она утонула. Да ща найдем. От нас еще никто не утонул. Ну или кто-то, может быть, утонул, но не от нас однозначно. Я надеюсь, эта серия кончится. То есть этот уже он надоел, честно сказать. Он слишком большой. А следующий остров тогда будет какой? Вообще просто, да? Лабиринт. Остров-лабиринт будет, ну. А где? Привет! Здорово! Мерзов-то, а? Сходу просто, да? Видели, что творит мразь? Просто вообще. Даже не поздоровалась. Мы с ней не виделись уже на миллион лет. У меня ощущение, что херня какая-то. Что я что-то неправильно делаю, честно. Но мне показалось, что нужно именно так делать. Но она же отлетела, да? А координаты нам никакие не дали. Может, появились какие-то координаты рядышком? Не, ничего нет. Ага, вижу, все. Фу, блядь, я уж испугался нахрен. Думал, все просто, потерял. Что-то я не понял и что-то потерял. Я больше мне это, как бы, то, что назад сейчас придется возвращаться, думать, что там делать надо было по-настоящему. Дымок, да, идет.
Или это облачко? А, нет, это облачко. О, солнце. А интересно, если второй двигатель прихереначит, да, вот с этого боку, я буду быстрее плыть? Вот вообще интересно. Просто, ну... Вокруг света, ну, за 40 минут. Получится так или нет? Да, на стульчике сидеть, осматривать свои эти вот владения, свой плод. Красивый, чайка. Подруга чайка. С той стороны есть. Ты нифига как умеешь голову крутить. Ну-ка. О, нихера в развалочку сидишь. Красавчик вообще. Отдыхаешь, да? Мэр же. Мэр Платану. Так, ну ладно. Где-то тут есть заход к тебе? Понятный, да? Вот это вот доступный. Лесенку вижу. Ну, это, наверное, есть, да? Заход понятный и доступный. Вот так вот. Ты чё, не-не, не оставляйся-то. Вот, вот так вот. Вот так, ага. Если я в неё врежусь, я ж нет, не сломаю клон, да? Так вот. Кто знает, короче. Проплыть тут как бы не впадло. Даже опять забраться не могу. Нет, по этой лесенке я все-таки забраться могу, но... Вау! Нихера у вас тут красиво. Говорить не буду. О! Бак для воды. Это... Это, наверное, следующие координаты, да? Да, Варунна, 5522. Понятненько. Угу. Что еще у вас тут есть? А титановая руда вот тут это не навалили нигде? Я бы взял. Я реально бы взял всю. О, сейф есть, ну-ка. Навалили. Спасибо. Я бы сделал себе вот это, да, вот эту штуку. Полный вперед там по... Тули, это глава вот этого всего, да? Который как бы... Меня зовут Джеймс Тули, это мое последнее сообщение. Город Таганрог строился на... Да подожди ты. Город Таганрог строился на непроверенных гипотезах... На непроверенных гипотезах. Плыл на неиспытанных двигателях и держался только на поте и крови нашего экипажа. Мы не могли существовать автономно. Я должен был признать это много месяцев назад. Когда приплыли рафтеры, я мог позволить им умереть от голода вместе с нами, но я этого не сделал. Единственным правильным решением было бросить Таганрога и отдаться на милость волн. Ну, типа, тоже на плотах, что ли, прыть? Теперь я сижу здесь, замурованный в рубке с двумя дюжинами придурков, которые раньше управляли миром. Не волнуйтесь, мы сполна заплатили за свои грехи, капитан Тули. Ну, понятно, мы не волнуемся. Мы как бы хотели бы еще от вас получить титановые руды чуть-чуть. Если бы вам было бы несложно. Три штуки все-таки этого мало. Я бы хотел еще. Ага. Ой-ой. Это еще одна типа, да? Выживательница, которой я смогу играть? Или как это вообще? Реально, я ее не заметил сначала. Хорошо, в следующий раз обязательно... Ну, окей, был обречен с самого начала, ну да, начало, ну. Если поможешь мне отыскать... А, оказаться подальше, дам тебе бизнес-консультацию, понятно. Типа... Между прочим, я в юности занималась парусным спортом, побеждала в чемпионатах, я тебе пригожусь. Прекрасно, можешь на меня рассчитывать, Элейн. Ты пропадешь, нет? Ага, пропала. Да ну как бы это, насрать на тебя, если честно. Я вон в этом играю, забыл, как его зовут, но он очень мне нравится. Особенно его имя. Имя незабываемое. Имя лучшее.
Так, ну ладно, все. По всей видимости, это все. Сколько там время-то? Ой, реально опять потратили всю серию на этот остров, блин. Давай. С эффектами, ну. Так. Мне нужно молоток забрать из сундука. Вот. Вот этого. Нет. Ждите. Этого? Нет. А, вон того. Все. Я думал, акула уже сожрала. Нихера себе. Приехали, блин. Ага. Так. Вот это мы... Ага. А вот это мы, короче... Опреснитель, бак для воды и большое хранилище. Спасибо за все. С вами очень было хорошо и интересно. Так, сюда надо воду будет скинуть, да? Ну, то есть, не, пустые бутылки. Мы сюда. Так, тут стрелы у нас живут. Угу. Это, ну, тоже тут живут, да. Что тут у нас? Тут она туда пойдет. Вот это сейчас сюда вставим. Угу. И зальем в бак. Все, спасибо. Так, тебя мы сейчас заберем. Ага, и пожарим. Так, вот это вот сюда скинем. А вот это вот. Вот это вот. Где? Вот сюда. Вот сюда, да. Ага. Досок-то нет, что ли? Попьем. Так, доски возьмем. Угу. А, тут все нормально. Где ты там? Угу. Только она это сделала. Да, мне как бы похер на ловушек, конечно. Ну, обидно, да. Так, вот тут надо по-любому это... Все металлом оббивать. Ну, поплыли. Так, назад сейчас сначала, да, чуть-чуть. Так, вот это вот. А, я типа сделал, но не... Блин, тут так неудобно. Надо сделать вот эту штуку будет, вот 100%. Как она делается, ну-ка? Где? Вот тут, да? Вот тут. Где она? Вот она. Микросхема нужна, титановый слиток. 6 штук! Пизданулись, что ли, вообще? У вас, блядь, нормально, все с головой. Где его столько взять-то? Сука. Так, 5 штук, блин. Что у нас там? Пешечкой, да? Ага, 55-22, все верно. Тогда 5-5-2. 1828, вон туда. Так вот, да? И вот так. Во, вообще отлично. Поехали. Давай. Ага. Реально, блять, 6 слитков. Вы что, вообще что ли? Вы конченые какие-то. Вам это не говорили? Если нет, то я вам скажу. Вы конченые. 6 слитков. Где столько взять-то? Мне нужно вот этот. Так, мне нужно вот эту лежанку брать, во-первых. Она тут не к месту. Во-вторых, мне этот биобак нужно будет как-то отодвинуть. Как-то. И... Так, и железные руды мне надо еще делать. У меня хотя слитков 3 всего, мне казалось, больше. Что-то как-то разочарован сейчас. Я думал, у меня штук их 400. Их всего 3. А где руда? Ну, хоть 2 руды есть. Так, я хочу нормальную потом кровать себе сделать. Я плыву, да? Я же не выключил батарею, ё-моё. Ё-моё. А, ну все, я плыву. Да. Ну я до конца серии-то, надеюсь, приплыву туда, да? И как раз около... Хоть посмотрим, что это за херь. Остановимся там. Так, что я еще могу делать теперь? Наверное, это все нужно изучить вот здесь, да? Точно. Большое хранилище могу делать. Тоже титановый слиток по-любому будет нужен, да? Потом бак для воды. Тоже классная штука. Можно наделать, да, до хрена воды.
можно подключить к водопроводу. А водопровод, типа, я понимаю, а откуда он воду будет брать? Ну, окей. Круто, что можно подключить водопроводу, конечно. Я прям этому факту так счастлив. Он только не понимает, для чего, зачем и почему. Ну, допустим... Ну-ка, где этот опреснитель? У меня какой-то опреснитель крутой появился, который я... Баки. Нету тут ничего такого. А, это опреснитель. А, ну электрический опреснитель, все понял, да. Ага. Все, да, он типа... Да, я понял, да. Ой, нихера как быстро ломается. Жестко. Все, опреснитель, а не ороснитель. Неправильно прочитал. Ну, что бывает, прямо, а? Ну, окей. Удочки всякие, хренудочки, металлоискатели, фейерверки. Ну, это все мне не интересно. Бинокль могу сделать. Зачем, пока не знаю. Вот эта мне штука нужна по-любому. Вот 100%. Вообще очень полезная вещь. Ну, 6 титановых слитков. Вы угораете вот просто. У меня их... Как бы это... Ну вот просто нет столько. У меня их вот 3. Просто 3. Все. Все, что есть. Просто я... Бак, да? И трубу между ними построить. Это распределить. Просто тут, видите... Ну-ка, а если... Я уберу его? Ага. Ага. Ну понятно. Он... Все, понято. А интересно, у меня он это пустой стал. Или все-таки. Да, на нуле. Типа я все биотопливо в него загрузил, а сейчас оно все похерилось, да, получается? Классно. Прям гениально, я только что. А, нет, есть оно. Ну окей, я пока. Ну ладно. Хотя, не надо сейчас. Я хочу же его перенести в другое место. И вот перенесу, тогда порешаю этот вопрос. Я вообще бы его сюда вот поставил бы и трубой бы так, наверное, сюда бы, да, провел? Ну, что у нас трубы-то стоит делать? Где это? Вот здесь, наверное? Нет. Здесь? Нет. Ну, понятно, не в мебели. Ни хера мне сколько разной мебели. Мед. Круто, чё. Да где трубы-то, Хорош. Вот. Вам. А, ну в принципе нормас, да. Тогда... Вот так вот, да. Блять, я надеюсь, то, что там было, не пропало. А там ничего и не было. Ага, вот так вот, да. И мне нужен хлам. Тогда вот сюда. И во. Типа, а потом можно в что-то еще, да? Сделать будет ее. Берег по курсу! Лево руля! Хотя это право руля. Ну не важно. Право руля! Нихера, по-любому тут титан есть. Жестко. Блять, ну ты мразь, конечно. Все, она последний, да, мне кусок уже отрезала. У меня больше нет уже ловушек, короче, походу, да? Надо оббивать все вот по кругу просто. Оставить один кусочек, чтобы она его всегда грызла. Я... Может, там реально титановая руда есть? Посмотреть надо, да?
Она же должна уже мне попадаться. Логично же. Нет? Как вы думаете? Мне кажется, это очень даже логично. Пора бы. Так. Ладно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи в следующей серии. Удачи!